И всем салам, друзья, всем привет, с вами я, Декс, и сегодня хочу вам рассказать о новой коллаборации, которая нас ждет во Free Fire. Да, по названию вы поняли, что это будет коллаборация с Пумой, и все, что нас ждет, вы узнаете в этом видео. Но перед видео хочу сказать одну очень важную информацию. Если вы хотите узнавать промокоды, какие будут, да, конкурсы, новости, то подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылочка будет в описании, обязательно заходите, там вы сможете найти и тиммейтов, и также там будет у меня комнаты будут создаваться, когда будем мы тренировку делать с гильдиями. Так что, в принципе, это интересная тема. Заходите, чтобы не потерять меня и так далее. Ссылка будет в описании. Давайте приступим и также будем выбивать сегодня ярмарочный тир. В общем, вкратце хочу сказать, то что такой вот у нас есть анонсик небольшой, то что будет у нас коллаборация с Пумой. Как это будет примерно выглядеть? Вы сейчас можете увидеть себя, это такой вот фон. Я просто буду в шоке, если этот фон будет у нас в обновлении Free Fire. Обнова будет уже скоро, и я буду просто реально в шоке, если там в обнове вот именно этот фон и будет. Но как вы можете заметить, то, что в принципе здесь у нас такая топовая форма у Келли встречается. Это такие вот штаны топовые, и вот такая вот в принципе ветровочка, так скажем. Также рюкзак, возможно, тоже будет от Пумы. Вы можете там увидеть, в принципе, там он тоже реально есть. То есть штаны, кофты и так далее. Конечно, если нам это добавит, это будет, мне кажется, имба. И, естественно, я нашел одну очень топовую тему, а именно две футболки, связанные с Пумой. Прикиньте, две футболки. Чего, готовы? Приступим. Первая футболка, она будет выглядеть примерно вот так. И у нее здесь, что можно заметить, то, что будет слева надпись. Это логотип от Пумы. В принципе, довольно-таки неплохо. Я думаю, то, что у кого-то из вас должна быть, в принципе, кофта от Пумы. Думаю, по-любому должна быть. Ну, не кофта, а футболка. И вторая будет футболка вот такая. Здесь уже рисунок будет на весь, так скажем, торс. Как-то так. То есть, пока по новостям, касаемо вот коллаборации Пумы, есть только две футболочки. И предположение, что будет у нас это рюкзак, потом такие штаны и ветровка. Как-то так. Обязательно зайдите в мой телеграм-канал. Там будут все новости, вообще все. Я думаю, это будет самый такой для вас интересный телеграм-канал, потому что там будет просто все. Вот, давайте дальше продолжим. Ярмарочный тир. Мне многие тоже говорят, чтобы я выбивал эти события, потому что они смотрят, типа, сколько я трачу алмазов, и они, типа, прикидывают, сколько им нужно будет потратить. Получается, здесь у нас 140 стоит у нас М-ка. М-ки у меня, поэтому мне нужно будет ее здесь забирать. Давайте посмотрим, сколько мне нужно будет слить алмазов. Обалдеть. Я хочу сказать то, что это, возможно, дешевое событие, потому что у меня уже 102 штуки. То есть за один раз забираю по 30. Сами понимаете, что это много. Ага, 26. Угу, окей. Так, еще раз нажимаем. Все. Я уже могу забрать М-ку. Ну, в принципе, у меня P90, по-моему, такой есть или нет, я не знаю. Давайте мы еще раз это сделаем. Так вот. Все. Также, возможно, будет у нас в этом месяце тайный магазин. Поэтому... Что у нас здесь лагает событие это? Странно, почему? Событие лагает. Так, все, я получил эту М-ку. Давайте сделаем, посмотрим, что по статистике. Ну, у меня вот такой был синий грифон. Это из инкубатора, по-моему, да, добавили. И здесь скорострельность и дальность. Прикиньте. Я думаю, что это получше будет. Она все-таки тут и дамаг дает. Давайте мы... Блин, зачем нажал показывать лобби? Капец. Так, и что здесь еще интересненькое есть? Там, в принципе, можно выбить себе это кота на буях. Но, в принципе, она у меня есть. Поэтому зачем мне ее надевать? И, кстати, давайте это возьмем. Заходите в мою гильдию. Я вообще был в шоке с того, что у меня тут чел есть, у которого 300 медалей, ну и звезд. Прикиньте, это просто жесть. Поэтому, если что, пишите мне в ЛСВК. Хочу в гильдию и свою статистику. Тут у меня тут гранды, у меня тут, в принципе, есть. Тут штук, я не знаю, конечно, сколько, но их много так-то, если честно. Поэтому, если что, пишите. Так, мы кого-то кикнем, вот этот точно кикнем. Вот, пишите, если что. Вот. Ссылочка будет в описании на телеграм. Подписывайтесь. Это был такой небольшой видос с анонсом того, что нас скоро ждет во Free Fire. Такой небольшой видос, думаю, вам понравился. Но завтра будет просто разнос, потому что там будет новая коллаборация, еще одна. Так, стоп, подождите-ка. Подождите-ка. А мне это нужно катана. Стоп.
Это не та катана была, прикиньте, лол. Ну-ка, подождите. Стоп. Обалдеть, слушайте, это катана еба. Ну-ка. Я думал, там написано было буях, прикиньте. Вот так вот, да? Капец. Так, мы ее возьмем, поставим тогда. Я в шоке. Что-то я тупанул. Извиняюсь, конечно. Обалдеть. Показывает лобби, естественно. Слушайте, ну она дешевая, конечно, и так-то. Ого. Эффект это гигантский. В общем, это так, берите эту катану. Это по-любому имба. Берите ее обязательно. Все, всем спасибо.